Ми починаємо наш денний ефір, як завжди, у цей час на 7-му телеканалі. З вами Тетяна Милимко. Доброго дня. Давайте вітати нашого гостя сьогодні. Адамур Кучуберія, судинний хірург та флеболог. Поговоримо ми про актуальну тему, про хвороби вен нижніх кінцівок та сучасні методи лікування. Доброго дня. Доброго дня. Як влаштована судинна система ніг? Устроєна вона путем роботи трьох сосудів. Это артериальные сосуды, венозные и лимфатические. По артериальным сосудам кровь растекается от сердца, течет в периферии, ну, в данном случае к ногам, и несет обогащенную кислородом и питательными элементами кровь и разносит ее по тканям и органам. По венозным сосудам кровь уже обедненная от всего полезного, что несет кровь, и она должна как можно скорее вернуться к сердцу, чтобы оттуда растечься в легкие и снова обогатиться питательными элементами и кислородом, вернуться к сердцу, чтобы опять разнести ее по органам, по периферии. Чи правда, что жінки страждають частіше від варикозу, ніж чоловіки? Да, к сожалению, да. І з чим це пов'язано? Есть ряд факторов. Зачастую это беременность. Она несет причину для развития варикозной болезни, такие как механическое сдавление плодом нижней половины подвздошных вен, нарушается механический отток крови и развивается варикозная болезнь. А также во время беременности идет дисбаланс по гормонам. Также эти гормоны, попадая, выбрасываясь в кровь, они разрушают эластические свойства вены, вена расширяется и обратно уже не возвращается в то положение, в котором она должна была быть изначально, как заданою природою. Чи можна отримати цю хворобу у спадок? Наприклад, якщо хворіла бабуся там, чи мама, то є великий відсоток того, що жінка також захворіє. Да, безусловно, це один із також весомих факторів для розвитку варикозної болезні. Передається генетично дуже часто, і пацієнти, які до нас приходять, обговорюють той момент, що у бабушки, у прабабушки, у мами, у сестри, у тети есть варикозная болезнь. Навіть сестра та тітка може бути? Тобто не обов'язково там від матусі чи бабусі, а ще й від... Ну, если там, у сестри там одна мама, одна бабушка, то, ну, на самом деле, зачастую это им передается ген по женской, по материнской линии. Может там, у бабушки, у мамы быть варикозная болезнь, они передадут у сына, сыну. Навіть хлопчикові, так? Да. Угу. Но у дітей, от этого мальчика, вже возможно, що не буде. Дуже часто іменно по материнской, по женской лінії передається, і, к сожалению, да, також наслідственний фактор грає немаловажну роль. Говорять про те, що першими з'являються зірочки, так? Тільки не з неба, а на ніжках. Да, да. Так? Чи можна їх позбутися самостійно? І як вони взагалі виглядають? Що це таке? От опишіть, будь ласка. Это расширение капиллярной кожной сети венозной. Выглядит как, ну, на самом деле, очень зачастую похоже на звездочки. Есть центр у этого образования, у этой звездочки. И по периферии сходятся мелкие капилляры. Это кожные вены. Они не несут никакой угрозы нам. Это только эстетическая составляющая, эстетический компонент. И самостоятельно возможно ли избавиться? Так, чи можна позбутися? Контрастний душ, наприклад, знаєте, ну, це контрастний Google допомог. Контрастний душ, він, в принципі, благотворятельно воздействует на вени, но самостоятельно нет. И вообще самостоятельно домашние условия для лечения болезней каких-либо, это неправильно, наверное. Але ж ми бачимо рекламу, і нам говорять про те, що можна помазати там якимось кремом і все вилікувати, а чи все одно потрібна допомога лікаря? Обязательно нужна помощь врача, чтобы не пропустить стадийные заболевания, потому что появление венозных сеточек – это первая стадия варикозной болезни. Всего их 6. Это первая стадия. И так как варикозная болезнь – это прогрессирующее заболевание, то лучше на ранних стадиях всегда как-то обратиться к врачу и попытаться хотя бы замедлить, приостановить этот процесс. А можно полностью его зупинити, чи ні? Нет, полностью остановить нет. Если мы говорим, допустим, да, как ранее обсуждали, угу, то, что это генетический фактор, то данное заболевание заложено нам в геном, и что бы мы ни делали, мы не можем его остановить. Мы можем как-то его сдержать, придержать,
помочь человеку, чтобы не было каких-то осложнений по типу тромбозов, тромбофлебитов, тромбоэмболий, появления трофических язв. Но самостоятельно это не стоит делать. Ой, вот такие страшные слова. Прикладывать капусты, подорожники, мази. В мазях есть одна польза, наверное. Когда человек втирает ту или иную мазь в ноги, он делает такой своего рода самомассаж лимфодренажный. Это благоприятно воздействует на, как профилактика варикозной болезни, но зачастую действующие вещества, компоненты той или иной мази, они не несут какой-то лечебного эффекта. Коли треба звертатися до лікаря? От у яких випадках? Якщо ви говорите, що зірочки – це ще не так страшно. Это не страшно, но это есть и первый сигнал для того, чтобы обратиться к врачу. Это первый дзвоник, так? То есть, если мы чувствуем важкость в ногах, но зрачок еще нет. Бывает и так. Бывает ситуация, когда у пациента есть выраженная варикозная болезнь, то есть варикозная трансформация вен, вены расширены, увеличены на ногах, но нет совершенно никаких симптомов. Бывает, что у пациента нет совершенно никаких кожных проявлений, нет ни звездочек, нет ни подкожных ширинных вен. Но есть жалобы на отеки, тяжесть, усталость в ногах. Чем отличаются варикозные вены от пауковых вен? Диаметром, калибром сосуда. Если мы считаем, ну, по мировой статистике, по мировым канонам, варикозные вены считаются, это те вены, которых, калибр которых превышает 3 мм. Все, что до 3 мм, это относится к первой стадии варикозной болезни. Это ретикулярные вены и телангиектазия, так называемые. Все, что свыше 3 мм, это уже варикозно расширенные вены. Это не кожные, это именно притоки глубоких подкожных вен. Знаєте, якщо я не помиляюся, ще років 10 тому найактуальніший метод лікування вже якоїсь, я думаю, що останньої стадії варикозу – це видалення вени було. Сьогодні я знаю, що можна обійтися без того, так, є склеювання вен. Розкажіть про це, будь ласка. Що таке склеювання та коли можна використовувати цей спосіб? Склеювання вен – це метод сучасний, на самом деле, да, йому около 10-15 лет, как он начал появляться в клиниках международных. Вот на протяжении последнего года он уже появился и у нас в клинике Водрекс. Метод менее травматичный, самый малотравматичный метод. Он очень хорош для пациентов, которые не могут по каким-то либо причинам опорно-двигательного аппарата вылежать долго на операционном столе. Сама методика длится на протяжении 10-15 минут, происходит это склеивание. Что это такое, как оно осуществляется? Через катетер под контролем УЗИ мы проходим в подкожную вену. Это питающая вена варикозной болезни, основной ствол так называемый. Заводим туда систему катетеров. И под контролем УЗИ, опять же, мы дробно распределяем этот биологический клей по вене. Біологічний клей, який так. Згодом виводиться з організму, чи він залишається там, чи він робить свою справу і залишки його виходять? В основному він залишається, його там мінімальне кількість, там менше 1 мл цього клею використовується на склеювання всієї цієї вени. Чому він називається біологічний? Це вещество, препарат, який адаптирован під організм, і він не викликає отторжень. Найбільше приближен к pH крові нашого організму. Тобто він не буде отторгатися. Якщо вже є захворювання, так ми виявили його на ранній стадії, як його все ж таки зупинити? Ось залишити, наприклад, на тій стадії, на якій ми його розпізнали? Чи можливо взагалі це? Не завжди. Попробувати можна і стоїть пытаться, звісно, робити. Факторів для того, щоб приостановити, достатньо багато. Їх зачастую пацієнтам складно виконувати. К примеру, немаловажную роль играет диета. Не все люди могут соблюдать диету. Что включает в себя диета? Это блюда острые, жирные, жареные, простые углеводы. Также не очень благоприятно воздействуют на варикозную болезнь. Все эти продукты, блюда, они вызывают сгущение крови. Чем кровь более вязкая, тем сложнее подниматься снизу вверх. Отток крови осуществляется против закона физики. У нас кровь течет по венам снизу вверх, и, по сути, ничего не помогает этой крови подниматься. И чем выше пациенты, тем, конечно, у них риск больше развития варикозной болезни, потому что привести на высоту 2 метра к
кровь достаточно очень сложный организму. И чем она более вязкая, тем сложнее это все делать. Ну, соответственно, развивается варикозная болезнь. А є якісь ризики через, наприклад, незручне взуття, особливо для дівчат, які полюбляють носити, ходити на підборах, наприклад, так? Втомлюються від того ноги взагалі, чи можна отримати хворобу при цьому? Міф із інтернету? Ні, це не міф, абсолютно. Це правда? Да, це істина. Как и то, что говорил, нам ничего не помогает поднимать, чтобы кровь поднималась снизу вверх. Единственный механизм – это мышцы, мышцы голени. При правильной работе мышц хорошо компрессируется глубокая венозная система, кровь лучше текает снизу вверх. Тогда, когда пациентки, девочки, девушки носят подборы, каблук, икроножная мышца не работает. Соответственно, отток нарушается. Если пациент носит каблуки на протяжении там, 10 часов в день, соответственно, на протяжении 10 часов кровь не отходит хорошо. Если есть предрасположенность к развитию варикозной болезни, конечно, этот фактор, как неправильная обувь, будет иметь весомую роль. Мужчины любят мокасины, так называемые, обувь на плоском ходу, кеды. Также неправильно работает икроножная мышца и нарушается отток. То есть высокий каблук, либо плоская обувь, она, ну, не то чтобы противопоказана, но она не благотворительна. Добре, а як тоді обрати взуття? Треба там, щоб супінатор був якийсь, так? Тобто має бути? Найбільш фізіологічна обувь. Більш детально про види обуви, звісно, розкажуть там ортопеди, доктора. Но обувь должна бути удобна, фізіологічна, з підйомом на каблучке порядка 2-3 сантиметрів. Супінатор, так, як ви сказали. Добре, а щось важке, от ще мені Матуся завжди говорить про те, що не тягай там нічого важкого, тому що вени повилазять. Да. Це правда? Тобто це стосується і чоловіків, я так розумію, да. Що може виникнути проблема, так? Через те, що особливо, ну, я понесу там і там з магазину беремо багато пакетів і несемо, а потім... Може виникнути проблема, так? Ну, звісно, більше 5 кілограм на кожну руку желательно нікому не носити, тому що все усугубляє, і опорно-двигательний апарат страдає, ну і також вени. Коли ми робимо якісь фізично тяжкі нагрузки, виконуємо, ми напрягаємо брюшну полость. Коли повищається внутрібрюшне давлення, йде заброс крові в підкожну венозну систему. Это очень хорошо видно, когда мы делаем ультразвуковое исследование, дуплексное сканирование вен. И во время скрининга мы видим, как мы просим пациента надуть живот, сымитировать напряжение. И под контролем УЗИ мы видим, как четко идет заброс крови из глубокой венозной системы в подкожную венозную систему. Когда часто пациент, человек физически работает, состояние это становится для него хроническим, частым, и это вызывает разрушение клапана. Клапан, основной клапан, он находится в паховой области. Чем больше человек напрягается, тем больше страдает этот клапан. Со временем клапан разрушается, и начинается процес развития варикозной болезни. А чи є якісь види спорту, які заборонені? Наприклад, йога. Я теж чула про те, що не можна, якщо є все ж таки схильність до варикозу, не можна займатися йогою багато. Не могу вам точно сказать по поводу именно йоги. Я не вижу каких-то противопоказаний для этого метода. Основным категорией группы вид спорта, который противопоказан однозначно у пациентов, у которых есть варикозная болезнь, это те нагрузки, которые, опять же, как я говорил, вызывают напряжение передней брюшной стенки и создание высокого давления в брюшной полости. Все остальное, пожалуйста, можно использовать и не стоит себя ограничивать в каких-то нагрузках. Оптимально, конечно, самое лучшее – это цикличные нагрузки, кардионагрузки и плавание. Я зрозуміла, звісно, що я так трішечки запитала, знаєте, за основними темами взагалі, що може призвести до цього, але також хочеться дізнатися про те, які ще існують методи лікування, окрім склеювання, якщо вже є хвороба. Есть, да. Можно разделить на две категории видов лечения. Это виды химического воздействия на варикозно трансформированные вены. И химические, и термические. К химическим мы относим склеивание вен, как мы, то, что мы раньше обсуждали, и склеротерапия. Но склеротерапия – это метод хорош для пациентов
возрастных, опять же. Он наиболее доступный среди всех методов лечения. Он не требует какого-то длительного нахождения в операционной пациента. Там тоже процедура длится порядка 5-10 минут. Пациенту одевается компрессионный трикотаж, и пациент уходит домой. То есть процедура амбулаторная. По сути, все методы варикозной болезни на сегодняшний день они амбулаторные, современные методы. То есть два химических – это склеротерапия и склеивание вен. К термическим мы относим лазерную методику, так называемая эндовенозная лазерная коагуляция и радиочастотная абляция вен. Наиболее популярный, в принципе, в мире и считается таким самым трендовым методом – это лазерная коагуляция вен. Он по цене своей достаточно доступный, с низким уровнем травматизации тканей, быстрой реабилитацией. Ну и практически во всех ведущих клиниках мира и в нашей клинике мы тоже используем зачастую этот метод лечения. Мы его все полюбили, очень хорошо себя проявил на протяжении уже многих лет. Знаете, а скільки після ось таких подібних операцій людині треба знаходитися у лікарні? Через який час, чи довго триває взагалі реабілітація, через який час вона може піти додому своїми ніжками? Ми стараємося, зараз я здалека чуть зайду, стараємося слідувати трендам європейських клінік. Ми, коли спілкуємося на якихось міжнародних з'їздах, симпозіумах, форумах, слухаємо, як ведучі європейські клініки пускают своих пациентов домой после там, лазерной коагуляции вен, минут через 20-30 они уже идут домой. То есть пациент уходит в клинике 20-30 минут. Мы еще не подошли, ни врачи еще к этому не совсем подошли, ни пациент. Пациент понимает, что это операция. И он сам боится уйти через 20 минут домой, ну и мы немножко опасаемся. Но в любом случае мы минимизировали нахождение пациента в клинике, то есть мы наблюдаем на протяжении 2 часов, а далее уже по согласованию с пациентом. То есть мы готовы уже пускать пациента через 2 часа домой. Мы делаем контрольный осмотр под дуплексным сканированием, делаем укол профилактический тромбоэмболизма, и все, мы готовы отпустить. Но пациенты все-таки еще волнуются, они хотят, просят остаться на ночь. Есть пациенты, которые просятся буквально через час уже могут уйти. И плюс это зависит от стадийности. Чем ранняя стадия заболевания, тем проще пациенту реабилитироваться и убежать домой. Если это пациент с 30-летним стажем варикозной болезни, конечно, ему нужно будет чуть-чуть больше уделить внимания, времени и находиться в клинике. Но такие пациенты сами просят остаться. Но зачастую мы отпускаем в тот же день, и нет никаких для этого опасений, страхов и... Які поради ви дали, все ж таки, ну, крім зручного взуття та не тягати пакети великі з магазину, особливо мені, наприклад, так? Які поради ви ще дали людям, які хочуть берегти своє здоров'я, які хочуть, аби варикоз не случився з ними ніколи? Ну, мабуть, почати потрібно з питання. Немаловажний фактор, на самом деле. Как мы раньше обсуждали, постараться исключить из своего рациона жирные, острые, жареные блюда. Понятно, что майовки никто не отменял, и шашлык на природе – это святое дело для нашего народа, и люди будут продолжать, но стараться не в повседневном своем рационе не использовать такие блюда. То есть общепринятые нормальные диетические блюда. Стараться употреблять. Вести активный образ жизни. Стараться прогуливаться на работу, если есть возможность, пешком утром, пешком вечером, прохаживать 5-6 километров в день, минимальное количество. Носить удобную обувь. Ходить в зал, ходить в плавание. Просто, в принципе, вести здоровый образ жизни. И если все-таки случится так, что варикозная болезнь появится, обратиться к сосудистым хирургам, выбрать того, кого вы можете, кому можете довериться. Не стоит бояться на ранних стадиях варикозной болезни. Стоит лучше обратиться. Доктор подскажет, какой компрессионный трикотаж подобрать для того, чтобы профилактировать варикозную болезнь, либо получить какой-то лечебный эффект. Будьте здоровы и носите удобную обувь, питайтесь правильно, исключите вредные привычки, и все будет у вас хорошо.
Дякую вам за те, що ви прийшли до нас, за ваші поради. Дякую. Адамур Кучубирєв в гостях у нас, судинний хірург, флеболог. Поговорили ми про хвороби вен ніжніх кінцівок та сучасні методи лікування. Ще раз дякую. Дякую. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. Провели його з вами Тетяна Малимко. Усього найкращого та будьте здорові!